избавляться от него. Блин, его просто нужно... никак не получится. Вот есть такой загрязненный торф, где присутствуют и пушицы, и фракции древесины, которые еще не разложились на торф. И задача его как-то просортировать. Возможно ли это? Если возможно, то какой машиной это делается? То есть в таком виде, который он сейчас есть, он мало пригоден, так скажем.